Это был серум с улиткой. Вот название фирмы вы видите. Это Корея. Со сроками годности все в порядке. Вот здесь такое маленькое зеркальце. Отличный флакон. Смотрится очень большим, если сравнивать его с другими. Но я знаю, что корейцы очень хитрый народ. Поэтому в огромной тяжелой бутылке, которая кажется наполненной, вот она Татьяне показалась наполненной, она, к сожалению, уже пуста. Сейчас мы попробуем что-нибудь из нее выдавить. Вот такая увлажняющая консистенция при постоянном уходе за кожей, поддерживает кожу в отличном состоянии. Буду ли брать еще? Конечно, буду. Это продукт, который мне прислали на обзор. Корея Бьюти ЕКБ, отзывы самые отличные, обожаю, рекомендую, вообще все супер и все хорошо, очень люблю. Но приходится прощаться с баночкой, не поставишь же ее на полочку и просто будешь любоваться, хотя нужно обязательно сфотографировать для Инстаграма. А это еще раз тара-бара-бара-бара-бара-бара-бара. Берите это всегда, если сравнивать жидкость для снятия лака с розой и ромашку. Все уже девочки, кто берет это в фикс-прайсе, поняли, что ромашка лучше. Мицеллярка, да, вообще отлично. Есть такой лайфхак. Используйте ее до половины. И в оставшуюся свободную часть можно вылить двухфазу от Гарниер. Вот. Работает прекрасно, работает хорошо, но ее нужно вдвое больше, чем мицеллярки от Гарниер, поэтому как бы вот, ну, в общем, сами понимаете. Так, вот этот крем я не рекомендую, руки у меня сдали после использования этого крема на ровном месте, на пустом. Стоил он что-то там 20, может быть, 9 рублей, казалось бы, бюджетная цена, но я не рекомендую этот продукт. И это наша Невская косметика, глицериновый. Когда-то это был бестселлер для России, но сейчас все знают прекрасно, что глицерин вытягивает влагу из кожи, за счет этого смотрятся молодыми ваши руки. Но я не советую это брать, только вообще какие-то экстренные уборки, там, я не знаю, в перчатки, чтобы руки не сушили сами эти перчатки. Ну, в общем, я думаю, кому-нибудь пригодится. Так, а где наши вот эти гранулы? А, вот гранулы волшебные. Мне они не очень понравились. Идет как с витамином С. Брала первый раз в Китае. В принципе, работали хорошо и на мне, и на моих знакомых всех. Что-то произошло с брендом, что-то произошло с наполнением. Она не очень хорошая, эта штучка. Я не рекомендую ее тоже. Я, наверное, отдам это все для девчонок в приют для бездомных животных, потому что они там очень много убирают, и у них руки в первую очередь страдают. Вот чтобы не было такого прям совсем удара для кожи рук, тоже в момент уборки, я думаю, нанести это будет нормально. А вообще, девочки, я не советую брать, и на возрастной коже не работает. И вот сейчас Татьяна протестировала, сказала, что хочется смыть продукт. То есть ни одной мне так кажется, что он не очень хорош. Это вот из той же серии, что корейский крем. Это они были в общей такой большой коробке подарочной. Отличные продукты. Мне хватило при бережном использовании на год этих продуктов. При том, что я чередую косметические продукты. Я рекомендую эти два средства. И ищите в Инстаграме Korea Beauty EKB. Я оставлю ссылочку обязательно внизу. Хорошие продукты для кожи 40-45+, вообще отличные, поэтому все, пальцы вверх, 5 звезд из 5 возможных. Тональный крем моей мечты.
Вот мне многие девочки задавали вопрос, какой бы крем ты порекомендовала. Вот это приказывающее долго жить коробочка, но с большим количеством оставшегося в ней крема. Я рекомендую это пользоваться профессионалом, потому что стойкость отменная, он выравнивает эффект фотошопа, плотное хорошее покрытие, все отлично, все супер. Настолько хорошо, что я купила еще одну такую же ЗФК А02 и снова ЗФК А02, только это уже израсходованная. Сейчас я наведу резкость, да. Вот, а это новенькая, только открываю. Значит, девочки, из плюсов: флакон стекло, соответственно, в помещениях флакон охлаждается, и продукт в нем портится гораздо медленнее, чем в пластике, например. Дает плотную текстуру, дает эффект фотошопа, перекрывает покраснение. С этим продуктом не нужен корректор как таковой вообще. И я уже говорила о том, что я люблю этот продукт. Это такой китайский бестселлер. В Китае этот продукт стоит дешевле. Здесь он будет стоить как люкс с доставкой. Я нашла канал, чтобы мне присылали прямо с завода его. В прошлый раз мне он обошелся где-то 1500. Если вы знаете, где это можно купить дешевле, пожалуйста, помаячьте. Продукт очень классный, я его просто обожаю. Вот. Если бы вот этот бренд зашел на российский рынок, он сожрал бы все остальные просто в течение, наверное, 6 месяцев или года максимум. Потому что особенно люкс вот этот литуалевский. Потому что соотношение цена и качество отличные. В Китае это стоит значительно дешевле, но его трудно поменять на что-то, потому что он очень хорош. Из недочетов: он густой и он не стекает по стенкам, как должен. Он густой. И там продукта еще очень много. Поэтому отдаю в добрые руки, чтобы попробовали, попользовали. И здесь отлично то, что помпа, и я не лажу в этот крем руками. И, в общем, можно еще пользоваться. Именно я купила новый, и настало его время. Передаю прямо в добрые руки. Вот. Привет, девочки, с вами Ольга Швец, и это мои пустые баночки-декоративки. Быстро показываю, быстро рассказываю, быстро объясняю. Вот этот продукт в пользовании с 13 года. Посмотрите, какой расход. Мизерный совершенно расход. И в наборе есть щипчики со встроенной анестезией, кисточка с двумя щеточками, ёршиком для расчесывания и угловой такой для нанесения. Значит, на внешний кончик брови вы наносите более темный оттенок. На среднюю часть можно смешать, и на вот саму вот эту головку брови, вот это ее начало, наносим более светлый и растушевываем. Получается все отлично. Ну, просто в один прекрасный день это у меня упало и разбилось. Плюс стерлись буквы, и для кейса это уже вот по этим причинам не подходит. Вот. Обещала подарить одному знакомому, но он что-то давно как бы не идет в гости, поэтому отдаю в добрые руки. А это я взяла на замену, то есть такой же набор, тот же самый, буквально пару раз он пользованный, вот щипчики и кисточка, он будет в моем кейсе, отлично продукт держится на бровях, замечательно для повседневки. Ничего не изменилось, брала, беру и буду брать. Цена очень бюджетная, качество отличное. Значит, это я брала в Литуаль. Это тот самый, да-дам, это тот самый случай, когда бачкот стерся пальцем в Макс Факторе. И я тогда у своего приятеля, друга, интернет-знакомого, который был брендовым визажистом, поинтересовалась, а может ли бачкот стираться пальцем вообще? В Литуале может. Стоил он то ли 780, то ли 870, как новинка, то есть почти по 1000, но то, что это катанка, не оставляет вообще никаких вопросов. Сам крем нормальный, я хорошо отношусь к катанке. Но только когда катанка идет по цене катанки, а не когда катанка идет по цене подлинника. Вот так вот он выравнивает кожу и подсвечивает. Да, все хорошо, у меня нет нареканий к самому
продукту он отличный, я его очень люблю. И я не знаю, как можно вам рекомендовать продукт, с которого бочкот стерся пальцем. Вот просто правда, не знаю. Хотите, попробуйте, но только ищите дешевле. Сейчас он, конечно, дешевле стоит значительно, потому что это новинка, по-моему, 2014 года осени, да, или зимы. Вот. И так вот он у меня тут долгое время кочевал с места на место. Вот такой карандашик отдаю просто, потому что у меня много белых карандашей. Покрывающая способность средняя, я бы сказала. Ну, тут у него какой-то неродной колпачок такой, не очень чистый, джаст, еще не закончился. Еще можно будет попользоваться, но у меня теперь помады матовые от MAC. И они работают точно так же. У меня 3 помады. Ссылочку я оставлю в правом верхнем углу. Это подарок от Art Visage. Я отдаю в добрые руки, потому что уже как бы все. Здесь есть внизу, даже вот прямо сейчас, вот у меня, к сожалению, вышла упаковка из строя, вот прямо во время съемки. То есть еще секунду назад она была в порядке, вот сейчас нет. Ну, можно подклеить. Здесь не все рассыпалось. И здесь есть потайной карманчик, где есть кисточка и зеркальце. Так, вот такой фруктовый щербет. Это один из лучших бюджетных блесков. Да что ты будешь делать? Ко мне кто-то спешит. Это спонж от Fix Price, который я считаю, что он такой же твердый, убогий и почти не увеличивается при намыкании, как плюс он сыпется. Я пыталась переписываться с девчонками, которые говорят, что вот его надо замочить в, как же они сказали это, в бальзаме на сутки, тогда нормально. Вы же, простите, с ума сошли, что ли? Спонж — это такая вещь, которую не надо замачивать, ее просто берешь и пользуешься, все. Либо намочила и пользуешься, либо взяла и пользуешься. А вот что-то замачивать, устраивать танцы с бубнами, может быть, еще в бензине размочить. Это Nuba 404 оттенок, вот Swatch. Потрясный совершенно такой обалденный цвет. Запах сейчас вот у нее, как у советской помады. Мне звонят, я побежала брать трубку. Your shoes are sick.